Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня я хочу познакомить еще с одним перчиком вас. Этот сорт называется Шу. Это один из пестролистных сортов перца. Листья очень красивые у этого растения. И чисто белые, бело-зеленые, зеленые. Высота растения около 40-50 сантиметров. Его можно выращивать и в комнатных условиях, и на грядках. Перчики размером сантиметра 4 созревают от белого, потом проходят все стадии желтого цвета и становятся в полной зрелости красными. Очень красивый и нарядный сорт. Очень острый перчик. У этого перца большая корневая система, но при этом его не следует сажать сразу в горшок большого объема. Лучше, когда растение подрастет, потом перевалить его. Это вообще считается однолетним растением. Выращивается в течение одного сезона. На следующий сезон можно посадить снова семена и вырастить растение. Или же в конце того, как это растение плодоносит, отчеренковать его, поставить черенки в воду, когда они пустят корешки, посадить и будет расти опять новые ваши растения. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео, заходите в гости.